Друзья, сегодня у меня такая интересная работа. Большой арбуз был, еле-еле-еле, очень большой. Он не съедается, и надо его закрыть в баночке. А зимой все съестся, и детки, и сама. Так что, ребята, присоединяемся. Как я буду закрывать этот арбуз? Как вы уже видите, я его без шкурки, без этой толстой. Зачем она будет занимать столько места? В литровые баночки, чтобы можно было сразу съесть. Ну вот не знаю, думаю, хватит ли у меня 6 литровых баночек на этот арбуз, учитывая, что уже одна наложена. Ну, будем резать сейчас, смотреть. Видеть будем, добавлять потом, что и как. Как я буду закрывать, каким рецептом, мои хорошие, я вам сейчас все расскажу. Итак, дорогие мои, я баночки с арбузиками натолкала полненькие. Ну, как полненькие, это ж не картошка, а как могла. Все пустые места задевала. А сейчас кипяточком зальем их первый раз. Ой, чайник тяжелый, руки трусятся. Вот это дожились. Чайник тяжелый, руки трусятся. Позаливаем их кипяточком. Пусть пропариваются. Пока пойду сейчас вынесу мусор. Как раз пройдет 10 минут, 15, все пропарится. Вот так, мои хорошие. Арбузик нам нас угостили большой очень. Те, кому надо кушать, разъехались. А я решила распорядиться этим арбузиком. Есть еще кусок целый, большой, такой килограмма 3, наверное, а то и больше. Такие большие арбузы. Но я не рассчитала, не взяла банок. Надо было еще хотя бы пару баночек взять, а то б я доела. Без кожуры, а вот кусок с кожурой попался, ну пусть будет один. Без кожуры люблю. Что еще кожуру, ее все равно выбрасываешь. Занимает только банки. Ну, один попался. Может, позже обрежу. Так, где у меня какие? Прикрою пока как зря. Пусть парится. Не хочет залазить подальше. Так, все, ребята, перерывчик. 10-15 минут, а я внесу мусор. Мы сливаем всю эту водичку. Эту же водичку, потому что нам нужно, чтобы было вкусненько. И осталось запах и вкус арбузика. С ним будем все время новую водичку сюда заливать. Будет не то. Так. И ставим ее еще раз кипеть. Может и не 10 прошло минут, пока я на мусорку сходила. Может и 15. Ну хорошо, вода еще теплая, хорошая. Арбузиком пахнет в доме. Все, друзья, ставим еще раз. Итак, дорогие мои друзья, я заливаю сиропом третий раз свои кусочки арбузика. Держатся они классно. Сироп напишу под видео состав сиропа, но я, если я сейчас вспомню, и сейчас расскажу правильно. На у меня на 3, получается, на 2 трехлитровые банки, если трехлитровые, на 2 трехлитровые банки я делала
рассол, тот весь, который был в баночках, сливала. Если не хватало, немножко добавить воды на этот уровень, что не хватило, что выкипело. 120 грамм сахара, 40 грамм соли, 6-7 гвоздичек, 6-7 гвоздичек и 3 чайные ложки без верха лимонной кислоты. Заливаем, мои хорошие. Закручиваем. И под одеялко укутываем, как обычно. Друзья, мои арбузики идут под одеялко до полного остывания. Будем зимой наслаждаться вкусненьким арбузиком. Делайте, друзья, легко и вкусно. Друзья, а на ужин решила блинчиков испечь. Так что, кто желает, милости прошу, забегаем на блинчики. На этой вкусной ноте я заканчиваю свое видео. Желаю вам, мои хорошие, всем мира, добра, здоровья. Подписывайтесь на мой канал. Кто не подписан, ставьте пальчик вверх. Пишите комментарии. Будьте счастливы и любимы. Всем пока-пока.